пальчики. Значит, вот так они разбросаны. Здесь нет. Нету? Здесь нет, это вообще не делается. Это в другое она была. Так, камера. Может, июнь вот это? Июнь? Декабрь. Вот, вот июнь, может, нет. Тоже картинки? Нет, одни картинки. Так, в декабре мы смотрели, да, по-моему? Вот там, Ну тут тоже один картинок. Еще раз откройте. Вот он. Так. Верхнюю. Май 16. Верхнюю смотрели, по-моему, да. Вот май 15. Это с 15 года вот это про медведей. Это кот, по-моему, с хвостом. А, нет, это просто новогоднее. Попугай, да, он был. А теперь сюда назад за попугая надо идти. Попугай был и медведи. Надо сюда идти в эту сторону. Попробуйте следующий, да. Это мышки. Это май. Назад вы пошли вот эту Волгодон, а туда, да, туда вперед. Да, я же сверху вниз спускаюсь. Так, а ты вот видишь Волгодон, а ты это надо в обратную сторону как бы. Это вот первая самая, попробуйте первую, вот она первая получается. Ну
мыши поселяются. Угу. Самое первое. Да, самое первое? Да, попробуйте сейчас. Вот она, птичка. Ну, столько ковыряли этот, лазили внизу, она оказалась самая первая. Вообще, Это ваши ребята снимали, да? Это на море это ребята снимали в Магадане. Ну надо же. Рыба кинула. Вы представляете, насколько умная, поближе. Умная, рыба да. Поближе. Я не могу. Красивая. Сейчас ближе. Надо, да? Опять это брала. Так рыбу-то большую поймала, сама себя ростом. Есть, ух ты. Это Страновская, наверное, поймала. Сейчас наесться. Да. А вот Хариуса, знаете, Хариуса нашего магаданского? Ну, немножко посидеть, здесь как-то снято. Это я снимала в домойке, взять принес. Ну, у них вкус какой? Вкус чего напоминает? Если свежие, прямо запах огурцов свежих. Как только поймают запах свежих огурцов. А потом, ну, как Остроновска. Но Остроновска немножко другая. Даже хищник вот это там вкарился. Она хищная. Вот поймал косого большого. Это зять поймал у себя там. Работает на этом. Вот такого огромного поймал. На удочку. Не, ну рыбалка, конечно, у вас там это мечта любого рыбака. Да, да, да. Какой же я дурак, что не поехал на Дальний Восток после этого. Это да. Рыбалка. Они вот сейчас вдвоем остались. Ну, сейчас там они да. Ну, он 15 дней работает, 15 дней. Ну, на вахте тоже там ловит. Вот вагончики, какие вагончики. Да, я тоже перешла. Так, я извлекаю ваш этот самый. Катает, да? Да, все сделали. Так, где ключи? Ну да, они же такие. А вы, они будут.
самое, нифига. Я уже перегружу, я отключу совсем, чтобы вам не хорошо. Кругом пожары же, и какие пожары, у нас медведи из нас рая. Сколько лет живем, мы никогда не поедем съездить. А сейчас вообще невозможно, даже невозможно. Вот поехали на там, в курорт, что у нас есть там там. В окно снимали медведя. Приходит медвежонок, года три еще, молодой. Они его не убивают, отгоняют. Но сейчас выгнали, далеко отогнали. А там сопки чистые, только слоник. Ну, побольше, так просто человека. И чистые сопки. Все. Ага. Все, благодарю. В общем, да это поделюсь со своими друзьями. Пусть посмотрят тоже. Шедеврально. Да. Странно, такая темнота, съемка идет. Ух ты. Господи, мы не освоим, освоят японцы, освоят китайцы. Вот у нас июнь. Это июнь вот дочь приехала. Да, это около, на курорте, это около Талая, на курорте республиканской, а это вот на сопке. Природа ваша, да? А это на сопке. Да мало, там нет это уже. Надо это самое рекламировать ваш край, вот этот. Надо, вот. Это мы